В двух районах Дагестана, Сулейманстальском и некоторых частях Хивского, введен режим контртеррористической операции. Это сделали после того, как боевики расстреляли людей в Дербенте. Один человек погиб, и более 10 пострадали. Как чувствуют себя раненые, узнаем у нашего корреспондента Ольги Лизунковой. Она работает в Дагестане. Оль, здравствуй. Ты в больнице сейчас, куда доставили пострадавших при этом обстреле. Врачи как оценивают их состояние, какие прогнозы дают? Элина, здравствуй. Как говорят врачи, угрозы жизни пострадавшим сейчас уже нет. Двое раненых, мужчина и женщина, которые находятся в реанимации, в тяжелом, но в стабильном состоянии. По словам врачей, ухудшение их здоровья сегодня уже не наблюдается. Остальные пострадавшие получили в основном ранения рук и ног. По необходимости больных уже прооперировали, и сейчас 8 человек остаются в отделениях хирургии и травматологии Дербентской больницы. Еще один пострадавший, пограничник, он был переведен в военный госпиталь в Махачкалу. Ранения там разных локализаций, есть проникающие ранения, есть сквозные ранения. В основном в нашем отделении, которое находится в Калмыкском отделении больной, это ранение конечностей. Переломы бедер есть, плеча, рук, тела. А в реанимационном отделении больных, которые находятся, они более повреждены сумками, холодно с повреждением печени, кишечника и остальных. Да, Оль, спасибо большое. Мы свяжемся с тобой сегодня еще, чтобы узнать в динамике, как чувствует себя пострадавший. Ольга Лизункова, наш корреспондент, была с нами на прямой связи из Дагестана.